Эта вещь называется станции. Ты можешь решить, что я, не знаю, Вертинскому позавидовал. А может, оно так и есть. А человек не имею права. С прической италийскою и думой на лице сидела дама с сиськами на мраморном крыльце и пальцами натужно-то дисплей бралась давить, желая что-то нужное, надежное и важное, простое и радушное кому-то сообщить. К общественному мнению сметлив и милосерд, имеет уважение начальник-экстраверт. Не лебезит, не стелется с народом всей душой, и всякий день старается, печется, надрывается и премией поделится, хотя и не с тобой. Настанет вечер в комнате, разнежится душа, уложите любовно вы в кроватку малыша, и, гладя голопузие, расскажете о том, как сделалась коллизия, оказия, конфузия. И ездил Джейсон в Грузию за золотым руном. Вот теперь правильно.